Всем привет! Сегодня я вам покажу, как поиграть в тачки с вашим другом через Steam. Для этого вам понадобится игра в Steam у вас или у вашего друга, геймпад от PS4 или Xbox. Другие не подходят. Как видите, для меня недоступен Versus мод. Дальше, что вам надо сделать, это открыть оверлей Steam и через него пригласить друга в Remote Play. Все, теперь вы можете играть с вашим другом в тачки. Вот видишь? Готов, еще бы. Дай-ка посмотрю. Быстрее ветра! Я молния! Куй железо, пока есть! Спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-нибудь идеи, то пишите мне их в комментариях.